Дорогие друзья, сегодня было много рекламы о том, как бы здорово накормить наших питомцев. Но я вам хочу напомнить. Выдерживайте дистанцию, носите маски и не забывайте накормить себя. У нас великолепная кафешка, а может быть ресторанчик, а может быть домашняя кухня, а может быть там все это и вкусное, горячее, свежее, недорого и прямо рядом. Согревающие, прохладительные, кулинария, огромный выбор горячих блюд прямо с костра, прямо с мангала. И все это для нас. И как всегда, вы будете довольны. Прямо сейчас.
хотя еще 40 минут до законного обеда, может быть, уже отработали ринги и пора праздновать. Ну, если уж не победу, то, по крайней мере, встречу с единомышленниками. И с удовольствием напоминаю, вас ожидает Йозера. У них великолепная акция. 5 мешков покупаешь по очень классной цене. И 6-й подарок. Компания Кармотех, бренд Оптимил, проводит акцию на фасовку 10-12 килограмм. Кроме этого, предложение каждому участнику продегустировать продукты. Ну и при покупке 2 мешков по 20 килограмм вы получаете фирменный стул. Бренд Оптимил, компания Кармотех. Ждет вас. Дорогие друзья, в наградной комиссии каждый из участников выставки может еще и получить памятный подарок от спонсора нашей выставки, компании Марс. Дорогие друзья, общественная организация «Особенная молодежь» – это наша с вами жизнь, и мы мимо не пройдем. Я думаю, все знают, что такое кардиотерапия. Это посильная помощь. Чем там есть консультанты, которые этим занимаются и помогут нам открыть глаза на общую нашу проблему. Пожалуйста, не проходите мимо. Особенная молодежь, не проходите мимо. Дорогие друзья, ну как всегда, спонсоры нашей выставки насыщают нас своими предложениями. Попробуйте отдельно запомнить каждого и попробовать всех. Отрадно, итальянское качество, которому можно доверять. Мы – это то, что мы едим. Основной девиз компании. Есть подозрение, что компания «Драгона» говорит и про нас, и про наших питомцев. Мы – то, что мы едим. Только натуральное сырье, свежее мясо от местных фермеров. Предлагаем специальное предложение для заводчиков. И опять же, только для участников гостей выставки, заполнение скидки при покупке упаковки 20 килограмм. Ну и плюс, как всегда, дегустация. Черная моя цепочка на Нине, посмотри. Можно доверять. Вот там наши выставки. Все цепочки на собаку. Уверена? Да. Ну посмотри. Дорогие друзья, ну и несколько слов о прекрасном. Наш ювелирный друг снова в солнечном городе. Авторские украшения по самой приятной цене в Украине. Торговая марка «Друг» силуэта своей собаки до гравировки с ее очаровательной мордой, ну и плюс заколки для номера, для победного номера в ринге. И все это прямо возле нашего купольного зала. Пожалуйста, подходите. Спонсор нашей выставки – компания «Зоофонус», предлагает широчайший спектр самых известных торговых марок. Кроме этого, косметику для животных, и противовлошадные препараты от центра, и много других зоотоваров. Кроме этого, акция на все виды товаров. Каждый третий товар с 50% скидкой. Запоминайте, это предлагает «Зоофонус». 50% скидки и широчайший выбор товаров для наших питомцев.
Да, прямо возле купольного рейка предложение от хакерской компании. Амуниция, где представлены суперкоблики различных размеров. И, как всегда, лучшая амуниция для побед и просто для прогулок. Прихождите, убедитесь, приобретайте и наслаждайтесь. И вы, и ваш питомец. Амуниция, коврики и много разных предложений утренней ковчанки. Дорогие друзья, еще несколько слов о деятельности общественной организации «Особенная молодежь», которая при помощи канистерапии пытается помочь тем, кто нуждается в этой помощи. Что такое канистерапия? Это вид анималотерапии с использованием собак. И она получила название канистерапия. Главная причина, почему именно собака оказывает благотворное действие,
является то, что ее отличительной чертой можно назвать преданностью. Что именно собака должна запомнить, существующая в жизни вакуум общения? Животное выполняет функцию психологического замещения, восполняя собой отсутствие близких людей. Цель проекта – помочь детям особенным. Вы и ваш воспитанный ребенок поможет спасти маленькие жизни. Теперь вы можете помочь в организации работы проекта, помещению, оборудованию. Для работы проекта «Особенная молодежь» нужны волонтеры, детские психологи и все посмотрите. И этот маленький стенд разместился в самом центре нашей выставки, возле нашего великолепного зала финальных конкурсов. Пожалуйста, не проходите мимо. Это особенная молодежь. Она у нас нуждается. Дорогие друзья, ну и, конечно же, как всегда, стоит прорекламировать наших спонсоров, все подтягиваются сюда. И еще один из спонсоров нашего мероприятия – зоомагазин «Мистер Док». Предлагаю широкий ассортимент аксессуаров для собак. Вас ждут большой выбор охлаждающих ковриков, игрушки, лакомства, переноски, колесики, ошейники, поводки, очаровательный продавец. Приходите и приводите своих питомцев. Зоомагазин «Мистер Док» ждет вас. Дорогие друзья, через 25 минут законный обеденный перерыв на нашем мероприятии. Скажите, что вам приготовить? Я иду как раз в наш замечательный буфет. Вы только скажите. Иду, чувствую, что у меня мясо. Как она меня не укусила, я ее зажал в руку. Как белки, но кто же хотел ее съесть.
Задний трон.